Валентина Ивановна Кудрявцева окончила Шатурское медицинское училище по специальности медицинская сестра. С ноября 1972 года стала работать в Видновской районной клинической больнице. Сначала в поликлинике, потом старшей медсестрой хирургического отделения. А с 1981 года и по настоящее время главной медицинской сестрой. Также Валентина Ивановна – главный внештатный специалист по сестринскому делу 12-го управления Министерства Московской области. В него входят Видное, Кашира, Домодедово, Ступино и Серебряные пруды. Мои обязанности входят – это работа со средним медицинским персоналом, то есть расстановка кадров среднего звена, укомплектование отделений, для чего нужна связь с колледжами, медицинскими училищами. И у нас такая имеется и со Ступинским училищем. И в недалеком прошлом, буквально 26 июня, мы ездили на выпускной вечер с начальником отдела кадров и приглашали молодых кадров, молодых медицинских сестер к нам на работу. Подготовка к аттестации, проведение учебы и усовершенствования. А согласно приказу Министерства здравоохранения, каждый средний медицинский работник не реже, чем один раз в 5 лет должен проходить усовершенствование. В конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским образованием Московской области» Валентина Ивановна принимала участие первый раз. Я всегда готовила просто своих сестер для участия в этом конкурсе. До этого года проходили очные конкурсы. То есть на базе Московского областного медицинского колледжа номер 2, что находится в Раменском, там вот соревновались медицинские сестры с ЛПУ Московской области. Несколько этапов включали сюда конкурсы. Мы туда отправляли, конечно, лучших из лучших. И за время проведения этих конкурсов наши медицинские сестры выступали успешно. Мы занимали призовые места, выходили в финал в 2002 году, в 2006 году, в 2008, в 2012. И дважды наши сестры награждались грамотами министра здравоохранения за хорошие знания, хорошую теоретическую подготовку. Для Валентины Ивановны ее профессия стала делом всей жизни. Она удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области», лауреат премии администрации Ленинского района за личный вклад в развитие района. Но самая высшая награда за труд медицинского работника, считает Валентина Кудрявцева, счастливые лица выздоровевших пациентов. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.